Сегодня мы приготовим овсяную кашу для детского питания в суповатке Витеко Т2620. Нам потребуется 300 мл молока, 2 столовые ложки овсяных хлопьев и 2 чайные ложки сахара. В чашу суповарки поместить овсяные хлопья, залить их молоком, добавить сахар, закрыть чашу крышкой, установить чашу на моторный блок и включить высокую температуру нагрева на 4 минуты. Когда режим окончится, кашу взбить на режиме блендер при минимальной мощности 10 секунд. Готовую кашу налить в пиалу. Овсяная каша для детского питания готова. Приятного аппетита! Витек. Здоровый взгляд на технику.